Российские ВВС в Сирии снова нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство». За минувшие сутки боевики лишили сразу нескольких важных объектов. Так в Латакии была разбита их минометная батарея, несмотря на все попытки экстремистов замаскировать свои военные машины. В провинции Идлиб в горах уничтожена их тренировочная база. Под Хамой разрушенный склад боеприпасов и укрепление опорного пункта. Итого, за минувшие сутки наша авиация совершила более 60 вылетов. Целями стали более полусотни сооружений. Данные радиоперехватов свидетельствуют о росте панических настроений среди бандформирований террористической группировки ИГИЛ. Зафиксированы требования полевых командиров к вышестоящим штабам о срочном восполнении резерва боеприпасов и вооружения, уничтоженного российской авиации, и переброски подкреплений из провинции Раки для удержания занимаемых им позиций.